вас на своем канале. Сегодня в данном видео хочу еще раз познакомить с таким прикольным, прекрасным сайтом, который позволяет скачивать у них бесплатные векторные иллюстрации в винтажном стиле для использования в коммерческих и личных целях. Heritage Type. Как-то так вот называется сайт, тип наследия, что-то переводится. Здесь, да, есть как и платные, так и бесплатные возможности. Использовать изображения, шрифты, фоны, фронты, все вот эти иллюстрации. Вот категории всякие. Но мы сейчас не будем платных методов касаться. Рассмотрим только бесплатных. Вот тут платных, что хорошо, там вместе с возможностью редактирования этих дизайнов у вас есть переставлять, там надписи менять. Ну, в общем, прикольно. Скачал, открыл. Вот в Иллюстраторе, в Фотошопе эти значки тут есть. И можно исправлять дизайны, какие-нибудь символы свои подставлять, фронты всякие. Ну, сайт интересный. Вот о нем можно почитать. Но мы перейдем сразу вот Freedom Love. На этой странице нам предлагают более 1000 картинок всяких разных. Сейчас переведем. Тоже узнал недавно об этом сайте. Вот решил поделиться в этом видео. Вот бесплатные винтажные иллюстрации для ваших творческих проектов. Библиотека наследия, да, они переводятся, собирает прекрасные иллюстрации из прошлого, которые на 100% бесплатны для использования. Мы тщательно исследовали и отредактировали контент, чтобы сделать его пригодным для использования в частных или коммерческих проектах. Вдохновляйтесь нашими бесплатными наборами иллюстраций, создавайте великолепную упаковку, открытки и многое другое. Смотрите, да, здесь вот предлагается сколько, да, сразу 6 иллюстраций в формате PNG. Также я вот скачал, проверил, там есть и в формате PDF, что очень прекрасно, что из этих картинок можно также и книжки создавать для Amazon KDP. Ну, в формате раскраски там, вот у меня есть видео об этом, сейчас не будем это затрагивать. Кому интересно, посмотрите плейлист про Kindle Direct Publisher у меня на канале, про создание книжек. А мы возвращаемся к этому сайту. Итак, смотрите, здесь различные тематики, да, и фермеры, всякие животные, старинные спортсмены, птицы, рыбы, то есть фрукты, всякие грибы, животные. Тут можно подписаться, да, вам будет фронты всякие бесплатные высылать. Кого это не поустраивает, есть платные методы, да, переходите в платные и покупайте более там качественные изображения, хотя эти тоже прикольные. Вот смотрите, да, как я предлагаю. Вот, например, скачали вот этот фон животных, да, не сразу лепить эту картинку там на футболку, кружку или куда, а просто объединять, да, найти также вот наподобие, это черно-белый, правда, этот наподобие тоже цветного, объединить какими-нибудь животных, подписать что-нибудь. Ну, всегда как бы преображать, да, делать более авторский свой эскиз, дизайн. Ну, так, бесплатно, не бесплатно, но все равно, да, надо маленько что-то изменять. Тут очень много дизайнов, похожих по смыслу, которые можно объединить в один, например. Можно, да, вот такого попугая там объединил с этой веточкой какой-нибудь, с этим животным, уже будет более авторское. Тут на всех хватит изображений. Смотрите, сколько их тут. Я даже не смогу до низу пролистать. Каждый для себя выберет подходящую тематику, с чем хочет работать. Спорт, все есть. Ладно. Я до конца не буду листать, так как это долго. Я уже, ну, наподобие этого покажу. И, ну, я вот скачал уже, да. Я скачивать не буду, я просто как она происходит, да. Или нажимаете скачать. Вот у вас, да. И написано, что
8 иллюстраций в формате PNG и векторном формате бесплатно для использования в коммерческих проектах, включая файлы лицензии. То есть вы эта папка zip файл скачиваете, и там есть вот в формате PDF лицензия, ну, объясняя, что как. Сейчас давайте переведу. Это уже платная графика идет. Можете вот шрифты, если нужны, красивые, платные. Ну, это каждый сам для себя решит. Также подпишитесь на их рассылку, будут присылать тоже, может, какие-нибудь бесплатные полезности. Так, я скачивать не буду, да, я уже скачал. Я просто покажу эту папку. Вот, видите, в формате вектор предлагают, то есть в формате PDF, да, из которых можно книжки делать спокойно, какие-нибудь раскраски для Амазона. Так, я закрою. Нас это сейчас не интересует. Нас вот в формате PNG. Вот они, да? Эти, сколько там их, 8 изображений. Вот даже можно с этой одной папки, да, компонировать, объединять в один дизайн, там, два-три объекта подписать можно как-то. В общем, я, да, как предлагаю еще делать, да, вот мы файл создаем. Ну, я вот такие размеры стандартные возьму. Все. Вот так просто это фонарно перенесу любой рисунок. Ну, вот, да, например. Можем маленько там изменить. Все, Enter. Нажали. Можно здесь... Ну, что это? Ну, еще какое-нибудь животное. Вот, например, да? Курицу какую-нибудь добавить сюда. Я так просто показываю примерно. Пусть типа тут курица бегает. Уже дизайн, да, другой. Что дальше? В общем, как-то вот так, да, получится. Также или текст можно что-нибудь добавить. Какое-нибудь солнышко сюда, да, добавить черно-белое. Ну, в общем, поискать. Я сейчас не буду создавать, да, дизайн. В этом видео я просто показываю. Какое-нибудь солнце, да, облако. Или вот просто на этом сайте поискать более идентичные, да, изображения, подходящие по смыслу и, ну, по цвету, нарисовки, да, в винтажном стиле. Вот сколько их всяких. Вот, да, ферма какая-то. Гусей можно пообъединять, да. Ну, можно что-то пофантазировать. Не прям все готовое, что-то самому сделать. В общем, вот такой сайт интересный, да? Можно вот о них узнать, обоют. Еще раз говорю, у кого нет фотошопа, оставляйте свой e-mail, я вам отправлю такой же, вот обычный фотошоп. Вот что они о себе пишут. Графический материал для художественного дизайна. Ну, мы являемся такими-то, такими поставщиками. Не, да. Ну, каждый перейдет, почитает, да, кого-нибудь заинтересовала эта платформа. Я считаю, вот наши продукты, да, они вот акцент сделали на винтажном дизайне, с прошлых веков им нравится, да, разрабатывать. Вот, да, у них даже вот все рисунки вот так. Можно вот, то есть ниша, да, винтажных рисунков, можно на любой печати по требованию зайти с этим и печатать на всех продуктах. В общем, вот ссылка на этот сайт будет в описании под видео. Переходите, смотрите для себя, что надо. Кто хочет на платный, переходите. Вот видите, эти кнопки, они позволяют форматировать, да, изображения профессиональные, подстраивать под себя, под свою нишу. Ладно. Такое небольшое видео сделал. Пишите ваши комментарии, оценивайте это видео, ну и подписывайтесь, кому надо. Всем добра, до свидания.